помогает Владимир Ходус. И состав саратовского клуба, выбранный главным тренером команды Игорем Захаряком на эту встречу. Итак, Артем Федоров, номер 16, капитан команды. Номер 27 Артем Молодцов. Номер 20 Александр Столяренко. А это третий забитый мяч, дорогие друзья, мы только что с вами увидели. Не успел я дойти до 90-го номера Дениса Анисимова. Гол ворота команды «Пересвет» забил Кирилл Бурыкин. Вот сейчас, если быть совсем точным, становится автором забитого мяча. К сожалению, это на дальней половине поля от меня произошло. Но Кирилл Бурыкин абсолютно заслуженно, вы знаете, стал автором уже 9-го своего гола в этом чемпионате. Один из самых активных футболистов по итогам первых 45 минут. Бороздил он там левую половину, свой левый фланг по полной программе. Создавал моменты как для себя и по большей части для своих партнеров.